вот такой ужас происходит на кладбище на 7-м километре Новотроицкого шоссе города Благовещенск. И вот такие залежи по всему кладбищу, вдоль всех дорог. Ну ладно, как бы вдоль дороги это уже достаточно, скажем так, привычное дело. Вот там еще много кучек. А удивление было то, что, приехав убирать могилки, было обнаружено вот такая вот свалка прямо у самих могил. Она не маленькая, достаточно крупная. То есть даже пройти нормально нет возможности.